Кроссворды люблю разгадывать. Люблю театральные афиши тоже читать. Как пахнет сразу нарезной. Помним это издание и любим Минск. И, конечно же, вечер. Какая регулярность. Ну, видел я. Чтобы чего-то, какое-то событие прошло в жизни города, и оно не появилось на страницах вечернего Минска, просто невозможно. Самое интересное, самое значимое всегда есть в этой газете.